И всем привет, ребята, с вами Майнкрафтер Кисель, и сегодня будет туториал, как же все-таки скачать Бадлин клиент на T-Launch. Этот способ я взял из английского ютуба, я его нашел, и меня один подписчик попросил, чтобы я это заснял, и как раз почему бы и не заснять, и давайте перейдем к туториалу. Вам надо скачать эти два файла по ссылке в описании. Вот они, эти два файла, значит, давайте сначала откроем один, да, но сначала нам надо нажать Windows R. Как обычно, да, пишем Aptada, Minecraft и заходим в папку Versions. И теперь нам надо будет сейчас перенести вот этот Бадлин клиент 1.8.9, надо перенести в Versions, но я не буду переносить, потому что она у меня уже там есть. Далее, это еще не все. Нам надо открыть папку Libraries. И сюда теперь надо перенести Бадлин Lib, вот это. Перенесли, значит. Далее открываем вторую папку. И Бадлин переносим тоже в Libraries. Перенесли, все. Теперь заходим в папку Library. Не Libraries, а Library. И сюда переносим папку Бадлин Lib. Бадлин Lib, которая была там, где Бадлин 1.8.9. Вот сюда переносим Бадлин Lib. И все, в принципе, но это еще не все. Нам надо, значит, сначала запустить T-Launcher. Итак, ребята, запустился у нас T-Launcher. Значит, заходим в сеттинг и вписываем сюда надпись, вот эту надпись. Я в описании оставлю эту надпись, вам надо будет ее туда вписать. Если вы захотите зайти с, например, с другого там в 1.8.9, вы не на Бадлин захотите зайти, то вам надо будет убрать эту надпись. Значит, вот мы зашли на сервер, и вот тут все настройки. Итак, ребят, на этом на сегодня все. Если вам это видео помогло, обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал. И если возникнут некоторые проблемы, напишите это в комментариях. И всем спасибо за просмотр, всем пока-пока.